Всем здорово, люди! В этом месте я был в последний раз 31 декабря 2023 года. И вот снова я приехал сюда. Я нахожусь в Италии, город Комо. Сейчас мы с вами немножечко проедемся на велосипеде. Я вам покажу достопримечательности здесь, окрестности, как здесь выглядят, по сути, дома. Мы в данный момент находимся не мы, а я. Нахожусь на самой центральной станции города Комо. И смотрите, можно сразу же подходить вот так вот, прямо на обрыве. В низине расположены вот такие вот частные сектора, квартиры. Как мы видим, видно через вот эту вот дырку в крыше. У кого-то там целый сад. Я вижу, растут зеленые насаждения. Конечно, приватности, смотрите, здесь не очень сильно много. Представьте, вот человек реально сейчас поливает травку, занимается какими-то своими домашними делами. И вот так вот люди такие, как я, подходят и снимают. Потому что очень-очень-очень удобное место для съемок. Вот такая вот красота, смотрите, горы. Прямо у подножия этих гор озеро Комо. И вот на той стороне озера живут различные голливудские звезды. Место, конечно, здесь просто шикарное. Я приехал сюда, кто еще не знает, друзья, я с Украины, с города Киева. В данный момент я приехал сюда с Швейцарии. И вот так вот, как-то так, будем сегодня в этом видео прогуливаться в такой вот местности. Так, что мы сейчас еще вам будем показывать? Соответственно, будем брать велосипед в руки и будем ехать далее, смотреть на все клевые красоты. Перевод такой интересный здесь. Типа, как будто если ты... Что-то связано с местом автомобильным. Что, короче, одним словом, нельзя здесь ставить просто так машину. Вот, смотрите, здесь останавливается Фликсбус. Кому тоже интересно, например, кто будет путешествовать, Фликсбус останавливается прямо вот здесь, вот посередине дороги. Там есть значок Фликсбус, именно зелененький такой, салатовый. Так что, в принципе, я уже уточнял этот вариант. Все, кто будут в Италии, большинство людей путешествуют на Фликсбусе, потому что это дешево. А вот позади меня находится железнодорожный вокзал. Самый центральный. Сюда, в принципе, вы можете приезжать из Швейцарии. Это самый ближайший город. И можете садиться и отправляться куда-нибудь путешествовать по Италии. Мест в Италии огромное количество. Отсюда можно доехать и до столицы Италии, и до практически докуда угодно. И до Венеции. Места здесь, конечно, в Италии очень красивые, друзья. Всем советую Италию, так как страна очень замечательная. Сейчас у нас май месяц, и на улице стоит просто страшная жара. Такая жарища стоит, наверное, градусов 30-35, наверное, уже шпарит во всю катушку. Так что все, буду я сейчас садиться на свой велотрон. Очень хочу я, конечно, привезти свой велосипед с Киева. У меня, друзья, это вообще считается подростковый велосипед для Италии, для Швейцарии. Это более такой, он, можно даже так сказать, детский велосипед, мне говорили. Ну, как бы подростковый, можно так сказать. Не детский вряд ли, так как, в принципе, в Киеве у меня тоже есть с 26 колесами. И я раньше даже с таким же самым ростом, который у меня рост 185, я все равно ездил давным-давно на таком же самом велосипеде. Ну, другой марки. Так что, друзья, надеемся, скоро привезу свой Conan Doyle с Киева и буду кататься на офигительном велосипеде. Там у меня 29-е колеса, там у меня могу под горку ехать, крутить педали, там даже мотор не надо, просто велик, огонь, бомба. И у него получается вес 14 килограмм и пушка. Конечно, ездит он не очень быстро, но сам по себе велосипед очень-очень клевый. Весь полностью на Shimano Diorах, кто понимает, тот понимает. Все, друзья, поехали дальше. Велосипед, я думаю, вам мой нахрен не нужен, по сути. Сейчас давайте проедемся, покажу вам центральный проход. Все, кто будет, в принципе, приезжать в город Комо, есть такой здесь заходик. Сейчас. Вы все будете... Смотрите, вот такая велосипедная парковочка здесь есть. Можно также само приехать на велосипеде, поставить велосипед, купить себе билетики. Вот центральная вот такая вот аллея.
Вот как-то так, смотрите. Там тоже, я вижу, снизу идет велосипедная парковка. Огромное количество велосипедных парковок здесь именно. Так, я, друзья, вообще еду по встречке в Европе. Наверное, где-то в Германии мне бы уже чпокнули за это дело. 100%. Вот у нас станция, не станция, а остановка Фликсбуса. Я сейчас как раз на нее показываю. Так, надеемся, здесь полиции нет, потому что по встречечке ездить нельзя. Como es Giovanni, точнее, эта станция называется. Так, друзья, куда мне еще сейчас направляться? Место, конечно, я здесь вообще не знаю. Куда здесь можно так заехать, чтобы не заблудиться? Хотя, в принципе, интернет у меня есть. Сейчас мы посмотрим карту, как нам проехать к озеру. Это видео вообще будет такое спонтанное, чисто от вокзала и где-то вот так вот, как выглядит вообще окружность Италии. Так, где наша карта? Красивый, конечно, город Комо. Город Комо замечательный. Так, это все хорошо, узнайте, где вы. Но мне нужно понять, где я. Угу, понятно. Я, получается, нахожусь прямо возле озера. Чтобы доехать до озера, мне нужно направляться в сторону Швейцарии, получается, да. Ладно, тогда поедем в сторону Швейцарии. Там уже дальше разберемся, по сути. Все, друзья, погнали дальше. Ржавые здесь уже заборы. В Италии очень, как бы, такая инфраструктура бывает очень часто загаженная, можно так сказать. Но мусора здесь как такового сильно я не наблюдаю. Так. Так, надо здесь запоминать местность, потому что, представьте себе, я здесь первый раз, именно вот здесь снизу. Я был на вокзале, то я был, а здесь я не был никогда. Класс, вы посмотрите, швейцарский крест. Здание такое очень старинное. Так, как нам здесь... Как нам здесь быть дальше? Как нам быть здесь? О, я так понимаю, что сегодня суббота, и огромное количество людей гуляет по улицам, как у нас, смотрите, на Хрещатике в Украине. Интересно, на велосипедах здесь можно ездить? Я думаю, можно. Раз человек, он поехал, значит, нам тоже, я думаю, можно. Правильно? Скорее всего, эта дорога идет к... Так, подождите, сейчас я вас приостановлюсь немножко, покажу здесь вокруг окрестности. Все такое старое-старое. Очень старинное место. Практически, смотрите, практически распадается оно. Это здание. Банко Дессио. Вот так вот выглядят банки. Нотайо. Нотайо, это, наверное, скорее всего, нотариус, я так понимаю. Очень много в итальянском языке похожих слов на наши. Огромное количество. Мне кажется вообще, что в Италии большое количество можно встретить
русскоязычного и украиноязычного населения, так как сюда мигрировало еще лет 20 назад, 20-30 лет назад огромное количество людей. В Швейцарию, например, мигрировало намного меньше. Швейцария вот только сейчас вот с войной буквально вот открыли саму по себе Швейцарию. А так раньше здесь было все закрыто. Так, куда нам идти? Налево, направо, фиг его знает, куда нам идти. Куда-то надо. Такой интересный фонтанчик. Люди сидят, отдыхают, балдеют, кайфуют. Так, мне кажется, конечно, здесь зона пешеходная. Я думаю, что здесь вообще не сильно можно. Ух, вы посмотрите, сколько людей. Людей просто уйма. Все уже пораздевались, смотрите, все ходят, потому что очень сильная жара стоит, где-то примерно градусов 30. Так, флаги у нас какие здесь стоят? Великобритания, Швейцария, Италия, Евросоюза и Америки. Прикольно. Это, я так понимаю, у них здесь центральная площадь такая. Класс. Да, людей, конечно, здесь не так, как в Швейцарии. Сюда можно на прогулку приезжать и делать контент. Ну что, друзья, мы поедем дальше. Так, где же наше озеро? Не вижу я озера. Реконструкция идет полным ходом. Вау. Все такое старинное, вы только посмотрите. Так, озеро, я так понимаю, вон там вот озеро. Наверное, скорее всего, давайте я отдельным видео сделаю озеро. По городу прогулка сейчас, в данный момент. А потом будет отдельное видео с озером. Уже набережная в городе Комо. Стройка, смотрите, какая. Я так понимаю, что вот этих вот блоков, как всегда, месят бетон. Вот эти вот Милано, смотрите, блок. Чтобы не подвозить сюда бетономешалки. Так, сейчас мы с вами проедемся по улочкам, посмотрим все окрестности, а потом отдельным видео, еще раз повторюсь, я сделаю уже набережную озера Комо. Так что, друзья, подписываемся на канал, кто еще не подписан, не стесняемся, здесь покупают мороженое. Смотрите, вся эта толпа стоит, очередь на мороженое. Здесь у нас туристические путешествия. Так, ладно, туристические путешествия нас не сильно интересуют, так как, в принципе, такими туристами, как здесь продают туры, это здесь такие будут космические цены, что, в принципе, не имеет никакого смысла в этом, я так думаю. Я люблю путешествовать, схватил палатку, соответственно, и погнал куда-нибудь. Вау! Да, здесь, конечно, даже не знал, что город Комо такой большой. Реально, такие дома чем-то похожи на Милан даже, вот так вот, если взять по строениям. Очень много древних строений, огромное количество. Ярмарка, смотрите.
Я так понимаю, да, это ярмарка. Надо срочно учить итальянский язык. Поставить где-то, конечно, велосипед. Я езжу на велосипеде. Не сильно будет приятно здесь возле этих палаток ходить. Сейчас мы немножечко здесь еще прокатимся. Да, людей, конечно, здесь вообще. Я не ожидал, что город Комо такой многолюдный. Я думал, что Комо все-таки он такой менее многолюдный. Но оказывается, город Комо реально... Не знаю, сколько здесь живет людей. Надо будет посмотреть, какое количество здесь живет. Друзья, напишите комментарий, кто знает, сколько живет в городе Комо, Италия. Эти изделия из дерева. Так, я так понимаю, что по субботам здесь проходят ярмарки. Сегодня, друзья, суббота, выходной день. Ого, тут людей. Какие интересные рисунки связаны с океаном, с морем, с озером. Аллея творчества, можно так сказать. Так. Ну все, в принципе, наверное, надо будет сейчас уже закругляться с этим видео. Надо ехать в сторону озера. Надо ехать припарковать этот велосипед и нормально походить, поснимать видео. Голые девушки я вижу на картинах некоторые. Да, с велосипедом здесь ходить, конечно, не очень удобно. Так что, друзья, буду я заканчивать этот видос. Наверное, вот на вот этом вот моменте. Сколько там у нас натикало? 19 минут. А вы, друзья, подписываемся, не стесняемся, ставим лайкос, пишем комментарий, как вам понравился город Комо или нет. Все, друзья, до новых встреч. Всем мира, любви и терпения. Все, всем пока-пока.